повестке дня заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, охраны здоровья, культуры, спорта и по делам молодежи было два плановых вопроса. В первую очередь депутаты утвердили новые редакции статутов учреждений культуры, что прежде всего связано с переименованием города. Содержание статутов не изменилось, все осталось то же самое, это техническая процедура переименования статутов учреждений культуры. Это дома культуры в Малой долине, Александровка, Бурлачьи балки, клуб, библиотеки, дворец культуры города Ильичевска, детская школа искусств. Также депутаты приняли план работы комиссии на второе полугодие 2016 года. Это вопросы образования, подготовки учреждений, школ к приему детей, начала учебного года. Будет также и вопрос, связанный с питанием детей. Это будет уже в октябре, этот вопрос мы будем слушать. Будут также, посмотрим, посещение внешкольных заведений. То есть мы хотим охватить те вопросы, которые не были охвачены в первом полугодии. Рассмотренные вопросы члены комиссии рекомендовали вынести на утверждение ближайшей сессии Черноморского горсовета.